Я увидел много горящих детских глаз, которые прям, ну, реально было им интересно, и они готовы были делиться. Дети увидели, что это люди, которых там спортсмены, именитые, которые там показывают по телевизору, да, и они могут их не только по телевизору, но и в газете увидеть, да, они могут подержаться, что-то спросить, да, а могут сфотографироваться, взять автограф. То есть для них это, ну, мечта, которая сбылась. Сегодня были конкурсы, ребята и девочки смогли в одной команде даже быть с этими спортсменами. То есть, ну, на мой взгляд, это просто шикарно. Мы не просто пришли, да, мы сегодня поделились своими историями, что спорт – это тоже тяжело, тоже труд, тоже бывают травмы, просто нужно верить в себя, идти вперед, и все у вас получится. Стань частью нашей команды.